Всем привет, это продолжение Кредо Ассасинов, Братство Крови. И в этой серии еще один союзник у нас приплюсуется. Обязательно оценим видео и обязательно подписываемся. Погнали. Кстати, поблизости что-нибудь есть интересное? Угу. А, это как раз... А давайте сюда, карта. А почему вот... Только через Enter, да? Ну да. Попробуем открыть точку. Что-то вообще тут разваленный какой-то квартал. Больно, наверное. Так, это вот та башня, скорее всего. Да, впереди самая высокая. Надеюсь, там не закрытая какая-нибудь территория. Опасная. Тут флажки. Праздник. Так, вот она, да, башня эта. Определяемся, как туда залезть. Нет. Сколько скрытых здесь будет? Ой, ну там кто? А, там орел, скорее всего. Да. Синхронизируемся. Какой огромный город, это как по нему передвигаться? На лошади вообще неудобно будет. И куча, много развалин. Так, а мы это только что посмотрели вроде. Читали, нет? Астийские ворота расположены в стене Аврелиана, немного западнее пирамиды Цестия. Судьба их отчасти похожа на судьбу ослиных ворот. В 549 году Иссавская стража предательски открыла их войску Тотилы, и остготы еще раз разграбили Рим. Пожалуй, в экзамен на должность стражника нужно было включать еще один вопрос. Не дружишь ли ты с королем Тотилой? Нет, это они похожи, еще одни ворота просто этой стены. О, мост прикольный. Мост Сикста. Этот мост был построен при папе Сиксте IV между 1473 и 1479 годах, вместо стоявшего здесь раньше моста Аврелия. Его интересная особенность – стилизованный окулус в центральной опоре. Не каждому мосту можно посмотреть в глаза. В смысле окулус? Да блин. На той стороне. О, можно на этой гондоле. Ну, давайте... Нет, не так. Shift. Точно. Так быстрее, наверное, будет. А мы близко. Очень близко. Мы прибыли.
сундучок. В принципе, можно их не собирать, у нас и так неплохо сейчас капает. Так. А, все, соточка где-то упала. А разве у нас не действует закон о приличиях? Так, здесь должна дверь быть. Да, вот она. Добро пожаловать в Роза Инфьори, господин. Сальве, не сочти за труд. Позови хозяйку. Госпожа Салари вышла. Когда она вернется? Я. Аюто, Аюто! Госпожа Салари! Лучия, а мы думали, что ты не вернешься. Эти люди отвели нас на корабль. Меня они отпустили, но ее... Кто отвел вас на корабль? Работорговцы, мессер, рядом с Тибериной. Они хотят получить за нее выкуп. Я приведу ее. Ну, давайте заработаем лояльность. Куртизанка. Так, ну погнали. Ой. Неужели вы не нашли другого способа привлечь к себе внимание? Кстати, я не могу здесь ничего улучшить. Это как раз для телепортации. Ладно, погнали. Ё-моё, это же далеко. Давайте глянем. Да это катастрофа вообще. Как тут перемещаться вот быстро, да? Не, была бы здесь, конечно, но мы здесь не можем. Боже, откуда беру? Так, там не пройти. Макоза, что на него нашло? Так, здесь мост, да? Давайте на лошади, наверное. Пофигу. Молодец, расталкиваю всех. Ой, тут закрытая территория. Не очень хорошо. Но мы пока туда не идем. Бай-бай! Чего я все время так пытаюсь объехать всех? Нафиг, нафиг. Так, стоять. Что ты задумал? Ты огорчил меня. А когда я огорчаюсь, остановлюсь очень быстро. Идите нафиг. Еще идет. Такая цветовая. Необычайная дерзость. Как? А, нас еще и это самое, типа преследует, да? Слегка знамениты стали. Так, я вижу. Сколько движений ненужных. Так, там на корабле было, да? Сейчас посмотрим. Ай, кажется, я не туда заехал. Да ладно, куда я заехал-то? Ой, лабиринты, лабиринты. Идите нафиг. Так, мы прибыли. Всем
пришел за шлюхой? На помощь! Вот твои деньги. Отпусти ее. Нет! Чезари был бы против. Ни хрена себе. Понеслась. Если честно, то я считаю тебя отличным. Все. Вот засада. А что ж надо было сделать-то, я так и не понял. Надо вернуться. Возвращаться долго снова. Как неудобно, а? Все точки надо открывать. Все. Так. Во-во-во. Дьямо! Так, здесь пройдем? Пойдем. А, ну да, в принципе, близко. Дьямо! Тихо. С этой стороны пройдем. По достижении 14 лет. Да, я здесь не пройду. Нафиг. Пойдемте по крышам. Будет быстрее. Надеюсь. Стоп, там что-то сверкнуло, по-моему. Флаг. Он мне нафиг не нужен. Моя. Так, это туда обойти. Я не понял. Наверху? А, да. Мама? Сестра? Эцио. Сеньор Макиавелли сказал, тебя можно тут найти. Что вы делаете в Риме? На Флоренцию напали? Нет. Вернее, я не знаю. Мы не были во Флоренции. Почему? Эцио, мы хотим помочь. Вы помогли бы, поехав во Флоренцию. Где сеньора Солари? Мертва. Мерда. Что нам делать? Мы закрываем заведение? Вы не можете. Мне нужна помощь. Месье, без человека, который умеет вести дела, мы разоримся. Я помогу. Тебе здесь не место, Клаудия. Да я с этим справлюсь. Я столько лет помогала дяде Марио. Тут все не так. У нас нет выбора, Эцио. Тогда на меня не рассчитывай, Клаудия. 20 лет я полагаюсь на себя. Ладно. Отремонтируй здание. Наведи здесь порядок. И мне нужно, чтобы вы отыскали Катерину Сфорца. Положись на нас.
Почему они? Я не знаю. Это же двери, а то проем я... Добро пожаловать в Роса Инфьоре. Как видишь, это самый популярный бордель в Риме. А я удачно вложил деньги. Вот список того, чему я учу моих девушек. Довольно скромный список. Думаешь, справишься лучше? Несун проблема. Эцио, Борджи осложняют жизнь девушкам Клаудии. Если хочешь, я расскажу, как нам помочь. Я учту это. Еще что-нибудь? Нет. Эцио. Ты нашла Катерину? Мы продолжаем поиски. Бенни, если найдешь, разыщи меня на Тиборском острове. Отлично. Так, не плавайте. Полная синхронизация не достигнута из-за того, что я поплавал. Бред какой-то. Странные какие-то вещи здесь иногда творятся. Так, это у нас задание получить. А наверх можем зайти? Да, у Марии мы можем получить задание куртизанок. Обновление задания увеличивает доход. Чтобы получить прибыль, посетите банк. Хорошо. А, да, я здесь прыгать не могу. Уходим отсюда. Идем по основному заданию. Да, решеточка открылась. Банк, банк. Где это тут у нас банк? Неизвестно где, да? Не столь важно. Пойдемте по заданию. Ну а следующее задание будет в следующей серии. Обязательно оценим видео, подписываемся. И всем счастливо, всем пока. И всем удачи.